Первые подозрения об интересном положении звезды возникли у поклонников после очередной публикации в инстаграм-аккаунте знаменитости. Людям показалось, что под кардиганом актриса прячет округлившийся живот, и подписчики принялись поздравлять Марию. Оказалось, что поздравления напрасны. Актриса не подтвердила слухов, а недавно ее подруга объяснила, что это был архивный снимок. Сама актриса продолжила игнорировать слухи, а на днях она продемонстрировала подписчикам, что полностью сосредоточена на работе. Многодетная мать опубликовала пост с радостной новостью о начале новой работы. «Наконец-то это случилось», — объявилась счастливая актриса. Порошина объяснила, что новая творческая комьюнити играет очень важную роль. Сервис объединяет таланты и создателей проектов, принося пользу всем участникам. Теперь актерам гораздо легче найти хорошую роль.